Что ж, всем привет, друзья! Пришли у меня мои посылочки ко мне от подписчиков, от магазина Супер Табак. Аж целых 5 посылок сегодня у нас будет в нашей распаковке. Знаю, любите вы распаковки. Еще вот такая огромная посылка. Посмотрим, что там, я даже не помню. Вот коробочка, я ее уже, правда, вскрыл. Сейчас вам покажу, что там было. Вот такая коробочка, ее я только открыл, еще не смотрел. И у меня просто камера перестала записывать. И вот такая вот... Осторожно, стекло, это Супер Табак, мы ее на потом оставим. Значит, вот в той коробке было японский American Spirit Organic Mint. У меня был обзор на светлый, этот отличается крепостью 9.10. То есть это у нас крепкий, тот был легкий. И смотрите, здесь пробка и фильтра. Но запах хороший, запах такой же, в принципе, как и в зеленом. Посмотрим, в том мне как раз не хватало крепости. За фокус извините, но освещение я снимаю сейчас вечером, понимаете, да? Освещения у меня, естественного, нет. Это у нас Winston Gold, сотка из Америки. Нутро, Вирджиния, штат Вирджиния. Вот такие вот. Никогда не доводилось курить Winston Gold. Redbox классный, посмотрим. Но я думаю, эти тоже хорошие. Это у нас посылочка от подписчика Арсения, за что ему большое спасибо. Далее, вот тут уже очень интересно. А здесь у нас, друзья, знаете что? Вот вы мне говорили, что, дескать, не хватает украинских сигарет там на обзорах, все дела. Так вот, как раз вам, друзья, украинские сигареты. Давайте их посмотрим. Ну, не все, конечно, тут разные. Вот такие вот сигареты, сигарилы, вернее, Marvel. Акциз Украины. Вот у нас тут что, цена 23 гривны. У нас в России такие не продаются, в принципе, такой марки нет. Ну, это что-то типа российского Корсара. И здесь помимо них, вот, Marvel. И вот такие еще есть сигареты. Я на них тоже обзор сделал. Это ментоловые сигареты из Таиланда, друзья. На превьюшку пачку поставлю. Пачку он мне не прислал. Вот. Но она просто не влезла. Так, это по-моему, какие-то там тоже Аль Капоне, если я не ошибаюсь. Да, на них я тоже сделаю обзор. В общем, тут в одной пачке ассорти у нас образовалось. Идем далее. Смотрите, какая штука, цаца. Парламент Харат, Мэдан, Украина. Вот такая у них импортная акцизка. Кстати, впервые в жизни вижу, как выглядят украинские акцизки. Импортные. Зеленые те я уже видел, а вот не знал. Ну, сразу бросается то, что пачка намного темнее, чем у нашем. Сколько же, интересно, в Украине стоит? А, это старый, смотрите. Значит, аж 12-й, это аж 12-й год. Вот, видите, да, 18 гривен. Неактуальная цена на сегодняшний день. Сейчас у них 18 гривен, это копейки. Вот так вот он выглядит. Посмотрим, покурим, очень интересно. Швейцарцы делают для Украины лучше, чем для России, для русских, или все-таки нет? Далее, вот такие вот интересные сигареты под названием какой-то Торнант Вайт. О, акциза. Акцизные сигареты, а что за... А, UTF, о, ну я эту контору уважаю, Дакота у них отличная. Посмотрим. Очень, я думаю, хорошие будут сигареты, потому что UTF это достойная контора. Дальше, тут правда посыпалось, видать, внутри растолкали. Смотрим, сигареты Вайсерай. Курение может убить. И смотрите, это не какая-нибудь там подделка ЛНР. Это настоящие чешские сигареты. Чешских сигарет у меня настоящих на обзорах еще не было. Видите, да, Чешская Республика. Вот такие показатели. Сколько же, интересно. А, у них тоже, походу, цену не выбивают. Вот европейцы. Не, подожди, на акцизе должна быть. А, вот, 70 крон, видать, или что-то. Я не знаю, какая у них там валюта, я не помню. Ну, переведете, если что. Потом, на момент обзора я приду. Смотри, как круто. Сигареты с пробковым фильтром, но формат у них нечто между компактом и King Size. Это типа... Ой, и соточкой. Это типа армянские какие-то. Блин, прикольно, не видел еще такого, чтобы такое было. Круто, чешские сигареты, посмотрим, покурим обязательно. Далее, смотрим, о, ну опять Украина, вот это прям вот просто от души, потому что украинские сигареты дефицит. Не знаю, где этот человек их доставал, я не помню уже, по-моему, не говорил, вот. Ну, это прям вот от души, реально. Украинские я не могу нигде достать. Я бы купил, проблема-то не в деньгах. Их ни хрена, с Украины никто ничего не продает. А у нас их только у коллекционеров, если по пачкам. Вот, украинская... Прилуки, классные сигареты, в 90-х курил.
точнее, не в 90-х, а из 90-х сигареты я курил. О, 12.08, молодцы, у них лимитов нет, они чихали на него. 12.50 гривен, 15-й год. Дешевые сигареты, XL, и вот видите, у них тоже 25 штук. Круто, покурим, посмотрим, очень интересно. Прилуки марка из дешевых очень хороших. Далее, гляньте. Вот это круто, прям, блин, не ожидал. Я просто не знал, я знал только про некоторые, про буквально пару пачек из этой посылки, что там будет. Да больше не знал. Смотрите, украинская прима без фильтра в мягкой пачке, ёптить. И она еще и длинная, друзья, как американский палмал получается. А ну-ка, дайте я посмотрю, это уже вообще... А, гляньте, как интересно сделано. Пробковый фильтр, но фильтра нет. Видите, набито до конца. Блин, вот это да. Ну, я знаю, у украинцев свои технологии какие-то. Блин, круто. Блин, вообще, вот это прям очень-очень мне интересно. Я очень мало украинских сигарет курил. 12.07, блин. Что у нас в России не делают такую приму? А согласитесь, круто выглядит, да? Под фильтр сделано, но без фильтра. Блин, класс, красота. Далее, украинский Camel. Ой, ну это прям чума, интересно. Вот все, теперь я сделаю настоящий обзор, где сравню его... белорусский, казахский, российский. Это вот те, что я курил. Среди них пока что самый лучший белорусский. Все, ну, он менее химозный. Посмотрим, какой на Украине. В Украине Camel. Кстати, без мундштуков всяких. Но по запаху сразу хочу сказать, Россия. Так, а что у нас тут по цене? 6-20 гривен, 15-й год. Блин, круто, круто, очень круто. Это прям интересно. Так, это у нас что? А, не шукай, это, наверное, Казахстан, да. Ну, казахский Camel я курил, правда, это, видать, еще доисторический, год не указан, хотя что странно. Это образец пачки где-то 15-го тоже там года. Странно, они же обычно писали. Это старый, но акциз, ну, покурим, все равно интересно будет. Вот это были хорошие сигареты, я в свое время блок таких выкупил, только тогда еще на шлепок не было, просто, знаете, квадратная пачка, и писали там, вот это там, ну, на казахском эти предупреждения, вот здесь. Пачка была такая, я тогда 5 блоков купил по цене, знаете какой, 30, по-моему, 4 рубля за пачку, ха, лихо. Казбек, вот, смотрите, не знаю, вот честно, не буду за него говорить. Дело в том, что это 12-й год, цена 21... Почему-то спич. Что такое спич, я не знаю. Спичек, что ли? 21 коробку спичек стоит. Что интересно, делается по гарам. Мне вот интересно, это оригинал или нет. Я просто не знаю. Я не застал те времена. Может, были у них такие сигареты. Ну, посмотрим. Не, ну на запах. На запах вроде ничего. Посмотрим, покурим, потому что последний Казбек, вы его помните. Скругленные углы. Белая пачка. Я так понимаю, что это... его реинкарнация потом, вот это вот, что у меня на обзорах, это его будет уже реинкарнация, потому что это аж 12-й год, старый добрый погар, покурим, обзор обязательно. Далее, следующий у нас сигареты из Чешской Республики, акциз, да, какая-то Спарта, ну, ничего о них не могу сказать, цена интересна, о, а что-то тут цены нет, что они, а, блин, цена же у них на акцизе, 80 чешских рупий. Не помню, ну у них кроны, по-моему, или как они там называются, кроны в Швеции, один хер потом переведу, расскажу, дальше. Смотрите, друзья, по-моему, первые капсульные сигареты в России, либо эти, либо Kentai Switch, я не знаю, что из них впервые появилось, я их никогда не курил, никогда не встречал, очень интересно, сейчас скажу вам, 40 рублей, 12-й год. Это сигареты с капсулой, ну, ментол, блин, посмотрим, посмотрим, какие были капсулы в самых первых сигаретах. Очень круто, интересно. Далее, смотрите, вот то, что вы ждете, Маниту розовый. А, недавно у нас не продаются, давно уже появились, но у нас они не продаются в Краснодаре. Значит, 150 рублей и 0,2-20. Это немецкие сигареты, если кто-то не знает, ну типа якобы без добавок. Посмотрим, покурим. Смотри, какой дизайн крутой, да, солнышко. Зачетно. Вот прям, что не пачка, то все интересно. Так, идем дальше. Вот он, русский стиль. Вот просто согласитесь. Ну, пачка выглядит дорого-богато. Такое ощущение, как будто она 1500 рублей стоит. Ну, реально. Вот это, я понимаю, делали. А, так это начало нулевых. Синий такой курил, просто смак. Только уже курил более позднюю версию. Писали вот тут курение в Минздрав. Убивает. Минздрав убивает, да, типа, а не курение. Петра.
Хрен его знает даже какой-то год. Класс. О, еще и класс первый. Это, походу, вообще 2001. Это до 2003 года, судя по всему, акциз. Блин, ну пачка, ё-моё. Она просто божественная. Посмотрим. Просто. Так, и что у нас тут еще? Что-то еще. О, вот такие вот сигарилы. Ну, это современные, Клубмастер. Я именно такие не курил, курил другие. Вот такие малюточки. Бюджетные, ну как бюджетные. Ну, это в принципе такой средний ценовой сегмент. Ванилью пахнут. Но они вроде должны без нее быть. Это современная Россия. Вот так вот. Вот эта посылка очень была для меня прям интересной. Большое спасибо моему подписчику за это. Это прям вот, особенно украинские сигареты, это прям, я не знаю, это прям отдельных похвал стоит. Так, ну что, идем дальше. Да, друзья, распаковка затянется, но у нас еще с вами всего лишь две посылки осталось. Так, что у нас тут? Ой, что у нас тут? Кстати, а что это ты? Я забыл, не помню, говорил вам или нет, распаковщик сегодня со мной, вот он сидит. Она, точнее, но она почему-то в кадр не влезает. Помните, как обычно она постоянно влезала в кадр, мешала мне, все путала, штатив мой трогала. А это что-то прямо... Ой, блин. Что-то она не хочет. Ну, зато вы ее увидели. Она жива, здорова, подросла. Значит, сигареты Оскар. Это уже другая посылочка у нас. Контрабандные. Да, только с нашлепками. Курил я, только они были немножко по-другому. Посмотрим. Немножко по-другому они без нашлепок были. Так, тут что-то пачка у нас. Нифига себе, там какое-то такое ощущение, как будто там дипломат какой-то лежит. Так, ну давайте посмотрим. Так, вот пачечки. О, новые какие-то контрабандные сигареты появились. Тут в основном контрабанда будет в этой посылке. Насколько я помню, это сигареты Red Boar American Blend. Смотрите, дизайн, да? Это я понимаю. Ну, посмотрим, покурим. Я еще не курил. Red Boar. Так, это контрабанда. Спасибо большое тебе за то, что прям не пожалел этих амортизаторов. Ну и в лице пакетов наложил, потому что, зная почту России... Пачки, особенно если они мягкие, вон, видели, вот украинская, это прима, просто все размягшее было. Так, а что тут у нас? О, вот такой вот блок Brass. Так, ну я так понимаю, там же, наверное, разные будут сигареты. Там, по идее, другой блок. Brass я не курил, ну покурю, они тут есть. Так, фокус работает. Значит, вот так вот. Сам этот Brass выглядит. Не курил я эти сигареты. Они у нас 48, не знаю. Беларусь. Новая 4 двойки. Я и старую как бы особо-то и не курил. Это вот новая. Смотрите, как выглядит. Симпатично. Ну, считается, что это сигареты такие, типа, для бомжей, там все дела. Ну, посмотрим. Покурим, их делает Пепел. Пепел делает, в принципе, тоже неплохо. Дорого-богато пачка стала выглядеть. Прям вот респект. У них и Хортица новая теперь выглядит, как Хортица, а не как какая-нибудь шантропа. Так, это еще одна Brass, еще одна Brass. Отлично. Три пачки, значит, в коллекцию пойдут некоторые. С это у меня, как они там, СК, я не помню, как оно расшифровывается. У меня есть на них уже. Я уже обзор даже снял. Выйдет, они у меня уже как бы есть, поэтому в коллекцию пойдут. Вот такие сигареты Ричард, запечатаны тут вмятина, правда, хрен его знает. Но это контрабас, конечно, 629, это Арабские Эмираты. Посмотрим, пачка, кстати, зачетно выглядит. Далее, сигареты Nero. О, какая красивая бумажечка. Сигареты Nero, что-то тут у нас написано там, ага, да, понятно, конечно, 860. Ну, посмотрим, не знаю, чьи это сигареты. Ой, ну это шалупонь полнейшая. Это паленка ЛНРовские самые первые. У меня уже есть такой чисто в коллекцию. Обзоры я на это снимать не буду, сразу говорю, это отрава. Сигареты Авалон. Ух ты. У меня, кстати, есть пачка с такой же маркой Авалон, но почему-то, видать, другая версия, потому что там вот таких вот штук не было. Ну, потом посмотрим.
Блин, выглядит, конечно, симпотно. Смотрите, у него пробка, видите, в буковках А, не просто вот эти вот пупырышки. Все-таки умеют делать, и это Арабские Эмираты, да, конечно. И вот такие сигареты ТВ. Так, я что-то у меня флешбэк уже, по-моему, где-то их видел. Вот так вот они выглядят. Это у нас российские от компании UTF. Вот, Калининград. Сколько они у нас? 115 рублей. Ну, нормально. Стабильно. Так, еще же один блок. Сейчас, или что тут? Сейчас мы откроем еще один пакетик. Не, ну прям постарался, видно. Спасибо тебе большое. Тут все заклеено. И, ну вот, видишь, зато все пачки целые. Ни одной я... Ну, то я Ричард только, а так ни одна пачка не помятая. Там мой распаковщик вообще сегодня отдыхает. Мне тут за него все приходится делать. Она бы своими когтями бы уже подрезала бы. Иди сюда, кс-кс-кс. Давай. Она вон блок своих вычесывает, лежит. Не хочет она мне помогать. Ну да ладно. Опа. Друзья. Спецэффекты. А вот угадайте, что вот в той посылке. Вот смотрите, видите, тут написано «Осторожно, стекло». Давайте, сейчас вы пишете в комментарии, потом заходите. Ну, знаете, как там эти блогеры на комментарии разводят, типа я тоже. Напишите, что там предполагаемое в стекле, и посмотрите, потом это будет соответствовать действительности или нет. Да я шучу, конечно. Модерн. Так, вообще, впервые в жизни вижу. Араб. Ну, у нас в основном все контрабасы, они из Арабских Эмиратов. Сигареты «Моменто». Помните, Милана был? Моменты тоже стали такое делать. Это реплика сенатора с виноградным ароматизатором. Покурим обязательно. Так, еще один Модерн в коллекцию пойдет. О, опять этот злосчастный Пол Молл. Так, это у нас сигареты Аризона. Вот такая вот стильная пачка с орлом. О, где-то я уже видел такую роспись. Это тоже, по-моему, да, это тоже араб. Тоже араб. Так, араб. Оскар. Так, уже есть такая, показывал. Идем далее. О, ну это вот для вас, любители, кто там меня там, для Супер Владов, прочих этих, кто кнопки любит, вот, пожалуйста, казахстанский ЛД компакт импульс. Ну покурим, посмотрим, кстати, круто, формат сотка с кнопкой, по-моему, мне не доводилось курить сигареты такого формата еще и с кнопкой. Ну Казахстан, интересно, сигареты АБ, АНБ. Так, надо ускоряться, видео затягивается. Victory Star, ну такие вот, это все арабы, нет, это не араб. Штенд, Стренд, что это? 76, ну, якобы Швейцария. Посмотрим, покурим. Заценим. Найн-найн. Что-то улыбнуло меня это название. Запечатанные. Это у нас 76, ну, тоже якобы швейцарская. Идем дальше. Сигареты Вильямс. Ё-моё, сколько? Я эти все марки впервые в жизни вижу. Друзья. Подписывайтесь, будет интересно. Так, вот эти сигареты уже, не знаю, были у меня точно. Я их курил. Поэтому это у меня пачка в коллекцию пойдут. Они, кстати, по-моему, не совсем контрабандные. Они были старые. Вот такие вот сигареты Virtus. Швейцарленд. Написано штрих-код 48. Беларусь. Ладно. Швейцарленд, так Швейцарленд. Так, идем далее. О, ну, еще один белорусский Camel. Хорошие сигареты, уже курил их с мундштуком, в коллекцию пойдут. Дубли попадаются, когда мне, я имею в виду, две пачки одинаковые. О, вот еще одни сигареты Red Boar. Ну просто вот видите, как получилось, вот да, с разных людей вот некоторые пачки дубли идут. Ну дубли я имею в виду, вот у меня две одинаковых. Это уже раскрыто, значит эту я буду курить, а эту я в коллекцию. Все, будет у меня коллекция не только пустых пачек, а то что у меня 700 пачек где-то в наличии дома лежит, а из них только, наверное, штук 100 полные. Инстарк. Такие сигареты у меня были. Турция. Так. Ну и теперь идем далее. Спасибо тебе большое. Это прям, я не знаю, это мне еще 10 лет где-то снимать придется. Так. Спасибо вам, ребятки. Ну, а эту посылку я уже... Так, она опять тут все не вмещается. Я не знаю, что делать. Распаковщик. Хватит там уже чесать своих блох. Надоело. Так. Будем ее вскрывать. А эту посылку, значит, сразу говорю... Я ее заказывать не планировал в ближайшее время. Почему заказал? Дело в том, что вышли новые папиросы «Богатыри» с сигарным табаком. Ну, короче, в этой посылке они есть. Ради одной папирос, ну, как вы понимаете, здесь не одна пачка папирос.
я заказал ту посылку. Я просто не могу заказывать посылки там с одной пачкой, там с двумя. Ну, это не рентабельно. Так, как сейчас любят говорить. Поэтому смысла в этом я большого не вижу. Да и они отправляют это 1000 рублей. Ну, я здесь, конечно, чуть дороже выложил. Так, смотрим. Супер табак. Что у нас тут? Что у нас тут по плану? Это у нас... Да, спасибо. Так, это у нас Стас. Стас у нас упаковывал. Так. О, ну хорошо, неплохо. Это ириска для тебя. Держи. На, поиграйся там. Ты пришла? О, вот это она любит. Она будет их хлопать. Держи. Смотри, сколько развлечений. Так, смотрим, что у нас здесь. Специально фольга для кальяна. Ну, вы уже поняли, да, что здесь. Так, идем дальше. Что это такое? Курительная бумага для махорки. Не знаю, зачем я ее купил, но она стоит там 20 рублей. Курительная бумага для махорки. Короче, махорку я не курю, но пусть будет. Дальше, фильтр картель. Не понял, что отсыпал кто-то себе. Ну, ладно, я не жадный. Так. Далее. Вот такая вот зварка. Как-то, по-моему, погарская, если я не ошибаюсь, она... Это для кальяна я купил. Да, погарский табак. Заценим, посмотрим. Ну, такая тяжелая, блин. Ну, это не совсем табак, это смесь. Далее, вот. Гость программы. Папиросы богатыри с сигарным табаком. Кейс такой же, как и обычный. Да, видите, дизайн, понятно, да? Коричневый. И тут сигарные листы. Покурим, поговорим. То есть, это вот свежак. Сентябрь, 2250 рублей. Посмотрим. Вот ради вот этой вот банки я заказал все остальное, чтобы вы понимали. Далее, но тут еще вот что есть. Наконец-то я его попробую. Российский драм, европейский курил да не перекурил. Посмотрим, какой у нас в Европе драм. И Golden Virginia. Опять же, английскую курил, нашу версию не пробовал. Вот заказать решил. 550 рублей кисет стоит, охренеть дорого. Далее, у нас вот тут такие бумажки. Я не знаю, есть их смысл показывать. Ну, а потом будут говорить, что типа, вот, Макс, ты обманул, не все показал. Сейчас раскрою, хорошо. Ну, просто ролик получился длинным, но смысла делать распаковку сегодня одной посылки, завтра другой, потом это все выкладывается, нахрен никому не надо. Сигарета топ, ароматизированная с клубничками, гляньте, закрути, ну это для девочек. Так, ну соответственно, да, я ж не для себя, так, да для себя, конечно, Квебана. Party and House, какая-то новая бумага, короче, бумагу чисто взял ту, которую я не пробовал. Смокинг Браун, не знаю, посмотрим, что это у нас. Вот это новые какие-то у них вышли, Moon называется, банана с бананом. Что у нас тут интересно? А как они выглядят? А, это защитка. О, она еще и тонкая, ни хрена себе, ароматизированная. А ну, друзья, ничем не пахнет. Что-то мне... А нет, пахнет бананом, пахнет слегка. Такая вот бумажка корона. Ну, хрен его знает. 14 рублей. Дальше идем. USB вот такая вот. Дальше идем. Вот такая USB Ultimate. Это я все покупал, просто чтобы было, попробовать. Вот такая вот Pure Hemp, ни разу тоже ее не пробовал, заценим, посмотрим. Ну, красивые у них упаковочки, конечно, симпатично. Вот, тоже какая-то вашка называется она, не помню, чья она там. Ну, судя по языку, видать, или Чехия, или что-то такое. Вашка, стрекоза. Ну, я буду называть Васька. Значит, смокинг органик, заценим, посмотрим. Смокинг я люблю. Еще одна Pure Hemp. Еще одна Васька. Что у нас, клубника какая-то, что? Нет, это просто цвет розовый. Вот, дальше идем. Вот это я не знаю, зачем я ее заказал. Маскот я не люблю, ладно, посмотрим. Еще одна Васька. Что, две одинаковые купил? Ну ладно, пусть будет. Так, идем дальше. Moon Pure Hemp Shot. А ну, что, они же ароматизированы, а чем она? Нет, это не ароматизированная обычная бумага. Так, ладно. И последняя у нас Party and House, такая же, как и предыдущая, только она чем-то там отличается. Это плотно, это, видите, как смокинг идет. Так, ну и здесь у нас, я так понимаю, сам кальян. А, нет, еще вот кое-что. Вот еще для кальяна. Ну, это, в общем, ладно, понятно, да? Так, господи, сейчас, извините, придется опять передвигать камеру, потому что у нас вот такой кальян. Сразу говорю, дешевый максимально, он там, что-то там 600 рублей стоит или что-то такое. Самый маленький, я его никогда не пробовал, просто взял, ну так чисто, знаете, побаловаться. Просто смысла дорогой покупать я не вижу, потому что как бы,
Блин, ну я вейп купил себе за 3 штуки как-то, и я через 3 недели его продал. Нахрен оно мне надо? Сейчас за 7 тысяч куплю кальян, мне не понравится вообще. Так, ну давайте посмотрим, осторожно стекло, сработало ли на наших доблестных почтовых работников надпись или нет. Так, это, я так понимаю, чаша называется. Ой. Ну он прям маленький такой, смотрите. Так, что-то не понял. А, колба там. Это шахта, я так понимаю, называется. Дудочка, через которую я буду на стримах дуть. Карабки шейх теперь буду. Так. Так, ну самое главное вот это. Ну-ка, 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 осторожненько. Это самое главное. Да, ну ни хрена, тут стекло толщиной такое, что армата не пробьет. Ну это, короче, нет, все нормально, все нормально. Я думал, там прям, знаете, как банка трехлитровая. Тут вон с палец мой толщиной стекло идет. Пахнет чем-то? Я думаю, что тоже нет. Это я не знаю для чего. Так, ну и... А, там еще... А, вот, так. Щипчики. Щипчики угли. Углей только нет. Угли по почте, оказывается, запрещено. Это я буду тебе выщипывать твои усы, если будешь дурачиться. Да ладно, держи. Угли я потом сам куплю. Угли нельзя по почте пересылать. В общем, друзья, вот такая у нас сегодня большущая распаковка, аж почти на полчаса затянулась. Вот сколько сигарет, но это чисто мини-коллекция уже пополнила. Да вот. На все это будут обзоры. Обязательно. Ну, кроме того, что уже как бы было, но тут его мало. Вот такая посылка. Ребят, всем большое спасибо, кто присылает, потому что... Ну вот особенно мне очень интересно, вот украинские сигареты, это прям класс. Вот эти попробовать тоже интересно было. И еще целая туча этой контрабанды, которую я даже в глаза не видел. Вот эти Red Boar, вообще Brass, там я их впервые в жизни вижу. За это прям большое спасибо вам, ребят. Вот. Ну и первым делом я все-таки, наверное, начну с вот этого. То, собственно, ради чего я заказывал посылку из Супер Табака. Как-то так. Все, друзья, на этом у меня все. Ждите обзоры. Все будет через полгода, может быть, там, через лет 10. Ну, сами понимаете, как обычно. Давай, скажи им пока. Скажи им всем пока. Она не умеет говорить. Ладно, все. Будем с ней вместе снимать и кальян курить сейчас. Все, ребят, всем пока. Всем пока.